Не хлебом единым жив человек. Человечеству хочется песен. Ведь они строить и жить помогают, известная чувашская исполнительница и педагог Земфира Яковлева к своему 74-му дню рождения выпустила новый сборник песен «Осенние узоры». Земфира Яковлева родилась в Красночитайском районе. В 20 лет покинула родную деревню Сормово и поступила в Канашское педагогическое училище, а затем и в Казанский педагогический институт. Петь любила с самого детства, но всю свою жизнь посвятила преподаванию. Учила музыке детей от мала до велика в Канаше и в Чебоксарах. Со временем стала руководить хором мальчиков, детским фольклорным ансамблем. Одновременно была заведующей отделом художественного воспитания. Со своими студентами Земфира Кузьминична разучивала старинные чувашские песни, но чаще сама писала музыку к стихам известных авторов Чувашии. Так родился первый сборник фольклорных произведений и собственных песен. На сегодняшний день у Земфиры Яковлевой более 20 песенников, методических пособий и статей. Заслуженный учитель Чувашии открыла десятки талантов, дала им путевку на большую сцену. Очень хороший педагог. Я очень уважаю ее. Хороший специалист. Она учит народные песни, позабытые даже, можно сказать. Все произведения, написанные Земфирой Кузьминичной, исполняет известный в республике фольклорный ансамбль «Щеньял», а также студенческий ансамбль «Сибедь». Композитор по совместительству является художественным руководителем этих творческих коллективов. Титарчук, Александр Петров, Республика.